Светлый праздник Крещения, свой вековой юбилей отметила жительница города Видное, участница Великой Отечественной войны Евгения Белоногова. Поздравить с днем рождения именинницу пришли заместитель главы Ленинского городского округа Татьяна Квасникова и представители территориального отдела «Центральный». Вы пример для всех. Я передаю вам слова поздравления от вообще президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Вот он просил передать вам вот это поздравление, это письмо. Примите, пожалуйста. Евгении Владимировне были также вручены подарки и поздравительные адреса от временно исполняющего полномочия главы Ленинского городского округа Станислава Катарова и губернатора Московской области. Есть такая традиция Московской области – подарить замечательному человеку на юбилей, лучшему и дорогому человеку на юбилей от губернатора вот такой вот Павлово-Посадский платок. Платок шерстяной, он греет, он очень красивый. В военные годы Евгения Владимировна работала шофером и служила связисткой, шифровала секретные документы для передачи. В Видном живет с 1997 года, куда переехала вместе со своей семьей. Виновница торжества прекрасно выглядит, много общается, шутит и не изменяет своему хобби. Шьет и вышивает декоративные салфетки и сумки. Это кто делал? А расскажите, как? Приходите, я вас научу. Приду обязательно. А чем вы вяжете? Крючком? Крючком. Вяжешь основание. Потом идешь вот такими петельками. Яркая, нарядная. Глядя на Евгению Белоногову, трудно поверить, что ей исполнилось 100 лет.